need now to look forward after Azerbaijan liberated its territories and restored its territorial integrity. There are big opportunities for economic cooperation. Also on the liberated lands, we want to see Indonesian companies as our partners, as contractors, to implement different projects which we plan, and also to demonstrate our unity. That's our plan. I wish you a pleasant stay, very active work, because a lot is to be done in order to bring our countries closer on the economic track, and I'm sure that we'll see good progress during the time of your presence in Azerbaijan. Основой является дружественные отношения между нашими странами, которые уже на протяжении многих лет демонстрируют очень большой потенциал, хорошую динамику, частые контакты на высшем уровне, взаимные визиты, конечно, дают большой импульс развитию наших отношений. И мы видим хорошие примеры сотрудничества в торговой сфере, хотя, естественно, в связи с пандемией все страны, естественно, наблюдают снижение валового внутреннего продукта и снижение товарооборота. Но, тем не менее, я думаю, что после пандемии мы быстро восстановим упущенное. В целом, за последние годы до пандемии у нас наблюдалась очень активная динамика торгово-экономических отношений, расширение ассортимента товаров, которые мы импортировали и экспортировали.